Между тем идет активная подготовка нашего участника к песенному конкурсу Евровидения. Отдельно эта тема прозвучала сегодня на встрече главы государства с творческой молодежью. Напомню, в этом году нашу страну представит украинский исполнитель Никита Алексеев. Свое мнение по поводу участия в Евровидении украинского певца от нашей страны озвучил и президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что артист создает здоровую конкуренцию для белорусских исполнителей. Кроме того, были отмечены его талант и популярность в России и Украине. Что думает об этом сам Алексеев, в эксклюзивном интервью артист рассказал нашему телеканалу. Мы очень плодотворно готовимся к конкурсу, у нас очень много репетиций, и, конечно, очень важно услышать такие приятные слова от президента Беларуси. Огромное спасибо, мы будем делать все возможное для того, чтобы достойно представить Беларусь на Евровидении в этом году. Уже в мае большая творческая группа отправится в Португалию. В этот раз именно она принимает главный песенный конкурс Европы. Сейчас идет работа над номером, образом артиста, а также аранжировкой песни.